16 мая Казанский федеральный посетили представители компании Ford Motors Company. Ильшат Гафуров познакомил гостей с историей университета и рассказал о возможностях, которые появились у КФУ с момента его основания. Ректором КФУ было выдвинуто предложение о создании совместных лабораторий и исследовательских центров, связанных с машиностроением. Стоит отметить, что в Набережных Челнах Казани уже созданы и работает 9 лабораторий. Днем ранее делегация американской компании посетила одну из подобных лабораторий, которая расположена на площадке инжинирингового центра Набережных Челнов и создана по совместному проекту с Ford Solers. Представители Ford Motor Company заинтересованы в развитии трех технологий – электромобили, беспилотные автомобили и решение проблемы интеграции интеллектуальных систем в жизни общества, то есть так называемые системы умных городов. Подобные направления не являются новыми для университета и уже ведут свою работу на базе КФУ. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.